звуках классики. Очень интересный инструмент. Но, конечно же, как вы понимаете, танец – это не только движение, ноги, руки, мимика, сердце. Ведь всегда танцы издревле еще танцевали все люди при каких? При календарных каких-то событиях, сенокосах, сборе урожая. Масса вот этих событий жизни человека, все было отражено в танце. И, конечно же, танцы разные. Вот самый древний танец, как вы думаете, какой у всех народов? Самый древний. Хоровод, правильно это сказать? Хоровод. Хоровод есть у всех народов, без исключения, но у одного народа нет его. Даже в словаре нет слова хоровод на этом языке. Это арабский язык. У арабов нет хороводов. У всех остальных народов нет. И самый древний массовый танец. Вот сейчас вы слышали Моцарта, скорее всего, Моцарт обозначил просто два немецких танца, но, скорее всего, это был Лендлер, старинный австро-немецкий танец, предшественник всеобщего любимца вальса, который потом будет царить очень долгое время и на сценах, и в произведениях композиторов. И, конечно же, в придворных балах, потому что его танцевали, всегда танец, вальс. А сейчас я вот хочу, чтобы вы послушали один из самых гениальнейших, вот я считаю, что это действительно танец, который превратился не просто в танец движения, энергетику Земли, а танец необыкновенной выразительности. Это смена состояний, это причем бесчисленная смена состояний. Это танец поэма, танец человека. Вот такой танец создавал великий Фредерик Шопен. Мы вспомним его и вальсы, и мазурки, мазурек. Так назывался танец мазурек. И вот мазурки – это, наверное, один из самых таких примеров великолепных настоящего вот, вхождения танца в ту область уже профессиональной, высокоталантливой музыки и вместе с тем выражающей душу и своего народа, и душу человеческую, и отдельного человека. Ведь Шопен написал 58 мазурок, 58 состояний человека. Тончайшее состояние перехода. Я сейчас вам сыграю мазурку Шопена до мажора.
как я говорила, хороводы. Хороводы есть у индусов. Хороводный танец называется кумми. И индусы, очень интересно, да, есть парные танцы, вот они образуют цепочку, есть круговые танцы. И индусские вот, традиции у индусов – это очень интересные танцы, резко перемежающиеся темповые быстрые фрагменты и медленные фрагменты, но все-таки это все хоровод. А, например, мы можем вспомнить танцы греческие, да, вот и популярный танец сертаки, круговой танец, когда все берутся за руки и повторяют движение. Вообще повтор движений появился уже в древности. Вначале это были танцы индивидуальные, когда каждый выражал свое отношение к процессу трудовому, к земле, к любви природе. А потом стали движения повторяться, отрабатываться, и вот возникли массовые танцы, вот такие как хороводы. А вот, кстати, какие мы можем еще вспомнить танцы? Полонез. Польский танец, так, еще. Краковяк, польский, это все вот Польша, так. Полька, это чей? Чешский танец, да. Двухдольный, чешский танец. Минуэт. Минуэт, чей? Французский. Польский. Так. Габар. Галинский, да. Какой? Контртанц? Да, так. Хорошо, еще? Так, еще? Да, трепа. Еще? Буре. Так, еще? Ригадон. Тарантелла, итальянская тарантелла. Да, итальянский великолепнейший танец. Джига. Еще? А гавот забыли? Французский, да, танец? Сарабанда. А испанские танцы не помните? Хабанера, малагуэня. Вот, кстати, малагуэня танец, он сегодня будет звучать. Это танец очень интересный. Он происходит от названия города и порта Малага в Андалусии. И тоже отражает вот эти все совершенно удивительные элементы национальных танцев, национальных корней. Потому что каждый танец несет с собой, или вот мы вспомним румынские танцы, да, вот, и болгарские танцы, и ярчайшие, да, чардаш в Венгрии, да, танец, который любят все танцевать, действительно удивительный танец. Да, столько на свете великолепнейших, сегидилья, да, испанский танец, да, столько танцев великолепных, и при этом композиторы брали очень такие типичные элементы языка над нацией, которая отразилась в мелодике и в ритмике, и создавали свой взгляд на танец. Вот совершенно незабываемый гениальный танец написал, например, Глинка, да? Вальс. Вот это совершенно поразительный. Или Прокофьев, когда в своей «Войне и мире» характеристика Наташи, помните, да? И там вот этот семинорный вальс совершенно удивительный. Или тот же Прокофьев пушкинские вальсы написал. Они редко, правда, сейчас звучат, но стали в последнее время звучать. А что интересно, ведь был один в придворных церемониях, когда на балах танцевали различные танцы. Был один танец, который объединял как бы все танцы. То есть он всегда исполнялся последний. Вот не помните, какой танец? Он всегда был, он как бы объединял элементы всех танцев. Вот до этого могли танцеваться и вальс, и краковяк. А вот он один, единственный. Ну, это вот я просто взываю вас к вспоминанию Пушкина. Французский танец? Нет. Котильон. Вот завершающий танец, который танцевали всегда на балах с завершением. Котильон. Очень красивый танец. Вот так вот.
А мы сейчас вспомним и Пушкина заодно. Уже, как говорится, мы как бы подошли к воспоминанию о том, как танцевали на балах. И что у Пушкина во фрагментах из «Евгения Онегина» об этом сказано. Я приглашаю на сцену артист, читает артист Андрей Гетман. Зеркальном барбеке зал у моря на граните скал.
Как я желал, когда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда среди пылких дней, кипящей младости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста молодых армид или розы пламенных ланит, или персы полные томлений. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять явить воображение, опять ее прикосновенье зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь, но полно прославлять надменных болтливой лирой своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновленных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их. В начале моего романа смотрите первую тетрадь. Хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать, но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам, ах, ножки, полно заблуждаться с изменой юности моей. Пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. Минуте мщенья приближаясь, Онегин втайне усмехаясь подходит к Ольге, быстро с ней кружится около гостей, потом на стул ее сарает, заводит речь о том, о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальс он продолжает. Все изумления Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась, бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, когда мы скользим по лаковым доскам, но в городах по деревням еще мазурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, каблуки, усы все те же. Их не изменила лихая мода наш тиран, не дух новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, Татьяну с Ольгою подвел к Онегину. Онегин проворно с Ольгою пошел и ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой, в негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Нельзя, нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена, не в силах Ленский снесть удара.
проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешал судьбу его. И Рия
два вальса Шуберта, затем Сметана «Сувенир» из Богемии, Грига «Вальс» и «Халин», и еще одно произведение французского композитора Годара «Вальс и сюиты». Из трехчастных сюит мы услышим одну часть. Thank you.
опять арфа и виолончель. И мы послушаем опять же танцы, разные танцы. Я хочу пригласить на сцену лауреатов международных конкурсов, солистку филармонии Наталью Яхн и Максима Золотаренко. Надо сказать, что ансамблю доступно очень многое, потому что сам состав рождает очень интересные звуковые краски. И для композитора очень интересно попробовать себя вот и в этой области. Например, я не избежала этого тоже и создала для ансамбля такого свои романтические послания. Вот цикл из трех произведений послания Дворжику, Моцарту и Рахманинову. А вот сейчас мы будем слушать классику, которая создана именно для этого инструмента, не является переложением. И мы услышим, вот мы с вами называли эти танцы, например, испанские танцы, танец Малагуэнья, очень интересный танец. И кубинский композитор Легуона создал Малагуэнья для вот такого инструментального интересного состава. А, конечно же, французский композитор Дебюсси не мог не создать для такого ансамбля. У него масса интереснейших разных составов ансамблей. И, конечно же, оркестровая музыка. Но вот арфа и виолончель действительно является собой очень интересное соотношение красок, как в живописи, когда каждый художник ищет какие-то свои тона, отталкиваясь от общепринятых, он находит как бы свое освещение в картине. Вот так каждый из композиторов, который сейчас прозвучит, нашел свое отношение вот к этим интересным инструментам. И исключение будет Глазунов Александр Константинович, который тоже любил очень и арфу, и виолончель, мы это знаем, и тоже будет его испанская серенада, сейчас южное наклонение у нас будет в программе. Итак, я приглашаю, играет Наталья Яхонт и Максим Золотаренко.